Платформа, созданная ульяновскими специалистами, помогает предпринимателям запустить свой собственный интернет-магазин, построить систему продаж. Аналогов по всей России не так много. За 11 лет 4500 клиентов по всему миру. Спрос есть и за рубежом, в Германии, Америке. Но акцент сделан на отечественном потребителе. По времени, по срокам ты можешь запустить магазин буквально там за 2-3 дня. И, соответственно, по качеству продукта, так как мы производители программного обеспечения, можно сказать, что это в раза, наверное, два будет качественнее, чем если вы закажете в какой-то студии. По словам Камиля, через их платформу свои товары продают известные рок-исполнители, предприниматели и производители. Сейчас презентована новая версия продукта. С ней клиенты смогут работать и в мобильном приложении. То есть фактически, если говорить про мобильную разработку, про рынок мобильной разработки, то чтобы разработать свое мобильное приложение, компания должна потратить там, ну не знаю, там от 1 000 000 рублей. Вот. А у нас, соответственно, подписка, то есть ты покупаешь подписку, ну условно там за 100 тысяч рублей в год ты получаешь свое собственное личное мобильное приложение. На данный момент в компании трудится около 40 человек. Плюс привлекаются подрядчики. У них свои обязанности – разработка дизайна, написание текстов. С уходом западных коллег у ульяновской компании заказов прибавилось. Это позволяет развиваться, что в дальнейшем нивелирует потери для обычного потребителя. Александра Никитина и Даниил Сурков. Управда ТВ.